Агроном Александр Едаков тщательно проверяет зерно. Его только что доставили. Прежде чем семена засеют, их обрабатывают на специальной технике. Сначала зерно чистят, потом идет протравка, а после сушка в течение нескольких дней. Все это делают, чтобы культуры росли четко, без проблем для агрономов. Используют специальный безопасный раствор. Аграрии стараются успеть как можно быстрее, ведь посевная в 2021 началась позже запланированных сроков. Посевная у нас задерживается где-то на 7-10 дней в зависимости от погодных условий. Нынче на сегодняшнюю дату, в прошлые года мы уже, значит, часть зерновых заканчивали. Это ячмень, рапс, овес. А нынче у нас еще только 30% посева зерновых культур. Картофель сегодня только первый день начинаем садить. 50 гектаров этих полей скоро засеют зерновыми культурами, используют машины еще советского производства. Они, по словам специалистов, до сих пор эффективны. В полях трудятся 11 человек, у каждого персональная задача. Проверяем сеялки, чтобы не было неполадков. Все в количестве идет, какие машины к нам идут. То КамАЗы, то зерни. Ну так, 5-6 зелов в день уходит. А это уже картофельные поля. По всей области планируют засеять свыше 23 тысяч гектаров этой культуры. Одновременно посадят ранние и среднеспелые сорта. Фермеры долго ждали, когда почва прогреется до необходимых температур. Впервые будут выращивать чеснок. В ближайшие несколько лет также планируют открывать другие новые для сибирской земли культуры. Альберт Домнин при содействии телекомпании «Аист», новости 360 Ангарск.